Капитальный ремонт на подъездах к Кирикилинскому мосту выходит на завершающую стадию. Сейчас на второй Соликамской ведутся дорожные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Наш корреспондент расскажет подробнее. Пока город спит, на улице Астрахани выходит дорожная техника. Ночью не мешает интенсивный поток машин. Удобнее и автомобилистам нет пробок, зато утром обновленный участок асфальта. На второй Соликамской дорожники работают уже третью неделю. Во время выездного совещания главе администрации города Олегу Полумордвинову отчитались. Ремонт идет четко по графику. Завершить его планируют к концу сентября. Мы выполнили укладку основного полотна, и как раз у нас то, что осталось нам выполнить, это съезды к дворовой территории и к прилегающим домам, которые вот мы планируем завершить как раз по противоположной контольчик к концу следующей недели. Улица 2 Соликамская стала частью целого комплекса дорог, составляющих единую магистраль, на котором администрация города проводит капитальный ремонт. Сюда же вошли улицы Староверова и Соликамская, ведущие к Кирикилинскому мосту. Таким образом, они составляют дорожную связку, имеющую важнейшее значение для астраханской агломерации. Все дорожные работы администрация города синхронизирует с благоустройством и зачисткой прилегающих территорий, подчеркнул Олег Полумордвинов. Муниципальные учреждения ведут зачистку того мусора, грязи, который накапливался на обочинах достаточно большое количество времени. Проведена кардинальная обрезка деревьев в придорожной зоне. За счет уже средств муниципального бюджета в рамках муниципального задания нанесем дорожную разметку, пешеходные переходы, восстановим, обновим знаки. В программе «Безопасные качественные дороги» на 2018 год стоит ремонт путепровода у железнодорожного моста, реконструкция, или правильно сказать, все-таки капитальный ремонт улицы Яблочкова и моста в районе мясокомбината. Напомним, в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» администрация города капитально ремонтирует 14 дорог и модернизирует 34 участка улично-дорожной сети. В настоящий момент работы выполнены более чем на 90%. Максим Щербаков, Вести, Астраханская область.